И всем здравствуйте снова. Сегодня мы снова поездим на Икарусе 260. Маршрут выберем уже 106. Ну, наверное, пусть будет день. И чистый. Чё, поехали? Так, вон моя остановка. Самая последняя остановка. Девушка стоит. Садись, девушка. Сейчас поедем кататься. С автовокзала выезжаем, включаем поворотник. Так, зеленый свет. Успеваем пролететь. И вон наша остановочка. Угу. Включим вид из кабины. Две девушки и парень. Заходим. Угу. Сейчас снова на развилку, походу, заезжаем. Вот наша остановочка. Так, заходим. Две красотки. Помчались дальше. И вот снова остановочка у нас. Ну-ка посмотрим.
Девушка, ты что-то дальше остановки ушел. Специально решил посмотреть, зайдет, не зайдет. О, так. Полоса что-то тут больно узкая. О, снова нормальная стала. Ну чё, иномарочка, ты хочешь посоревноваться? Смотри, как я тебя обхожу. Все пассажиры мои будут. О, надо снова автобус сделать. Он меня опять обогнал. Догоним, не догоним. Хотя не, не догоним. Там он у меня остановка дальше. Я просто не смогу его обогнать. Так что... Так, заберем девушку. А даже две девушки. Девяносто мы идем. Видимо, в какой-то поселок едем. Обходим полицейских. Лада Веста, что ли, походу желтого цвета. Хотя откуда она в Турции? Так, 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 светофор, светофор.
Едем по трассе, то есть через какой-то лес, что ли, если это можно назвать. Видимо, от ближайшего населенного пункта в другой населенный пункт едем. Есть где разогнаться. То есть до 93 разогнались. Неплохо. Заходить. Так, там смотрю поворот дальше. Так, эту полосу занимаем. Так, аккуратно занимаем эту полосу. Наша остановочка. Вот какой-то город въехали. То есть сразу видно, вон дома стоят. Остановки на каждые 100 метров, наверное. Заходим. Надо было, наверное, поближе подъехать. Восстановочный комплекс. Ну ладно. Так. Перестроить в этот ряд. Ну проезжай, проезжай. Да ёшкин кот. Я же поворотник показываю, что тебе надо-то? Я говорю, в этой игре очень много аварий. И порой не все по твоей вине. То есть ни один маршрут не обходится без аварий.
Чёрныш, конечно. Всех людей оставили на остановке. Поехали в парк. Будем завершать маршрут. Так, вот въезжаем в парк. О, блин, не вписался. Вот и завершаем наш визит. Всем до свидания.